с вами Илья, это Игра День и наши ежедневные обзоры крутых игрушек. Сегодня нашел действительно классный проект, офигенную игру на ПК и решил вам это дело показать. Жми лайк и поехали! Буквально сегодня подогнали просто пушечный рогалик от фрешменов-разработчиков из Украины компании Glaive Games. Игра под названием Collapsed, и это по-настоящему офигенный проект, поэтому я решил тут же вам его показать. Вообще, эту игрушку уже неоднократно мне советовали те, кто ее приобретал и катают, и вот я решил тоже это дело посмотреть. Анимационное насилие, именно так достаточно скромно охарактеризовали разработчики свое детище, хотя на самом деле это просто мега крутой фарш. Collapsed — это постапокалиптический рогалик инди-экшен для наших ПК-платформ. Игра все более набирает обороты среди любителей убиваться, а точнее умирать, но раздавать потом еще сильнее. Ну, давайте более подробно по самой игре. Здесь мы примерим на себя роль одного из четырех уникальных охотников и выследим свою добычу. Каждый из героев обладает своими собственными наборами способностей, умением и стилем ведения боя. То есть вы должны будете выбрать одного из них, пройти через опасные процедуры, генерируемые уровни, сражаясь с множеством различных врагов и боссов. Постапокалиптический мир полон полезных предметов, которые также мы будем комбинировать для получения более новых офигенных характеристик. Также тут имеются еще очки опыта, они позволят развить огромное древо умений, и таким образом мы станем намного сильнее. На самом деле тут по ходу игры мы будем умирать очень часто, но самое главное, что после смерти мы не теряем свои трофеи, и таким образом мы начинаем все заново, так скажем, оттачивая свои способности. Вообще в игре нас ждут 9 уникальных локаций, процедурно генерируемые уровни, множество опасных врагов и смертельных ловушек. Игра действительно получилась очень динамичной и обширной, ведь тут более 60 разных врагов и аж 15 боссов, которые с нетерпением будут ждать нашего визита. Ну и мы на самом деле необычные ребята, так что будем развиваться, становиться сильнее и гасить просто всех. Игра реально крутая, мне понравилась, так что вам тоже рекомендую. На самом деле даже скажу больше, я думаю, всем любителям Dead Cells обязательно нужно заценить этот вкуснейший рогалик, тем более, что игра пока стоит небольших денег, поэтому обязательно торопитесь. Glaive Games на самом деле не перестают трудиться над своей игрой, прислушиваются ко всем вашим пожеланиям и постоянно выпускают обновления, так что игра все лучше и еще раз лучше. Короче, еще раз, ссылка в описании, обязательно посмотрите и напишите в комментариях, как вам самим игра, мне тоже будет интересно узнать ваше мнение. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро снова увидимся.